Наконец-таки я это сделал, друзья. Поздравляем, путешествие окончено. За всю игру ты заработал следующие награды. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Immortal Hero, и в сегодняшнем ролике, как вы, наверное, уже догадываетесь из названия, я в своем случае накопил достаточно энергии, чтобы вместе с вами продолжить проходить мини-игру и как раз таки получить уже новый скин на тот же огнемет, а возможно и ВАСП. То есть возможно сегодняшним видеороликом, если мне хватит энергии, у меня есть 373 штуки, мы завершим как раз таки прохождение данного события и получим все возможные награды. Поэтому вы в свою очередь обязательно данный видеоролик поддерживайте активностью в виде пальчика вверх, конечно же. Если оказались впервые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики, ну и конечно делитесь своими результатами. Будет интересно узнать, каковы в вашем случае, ну и конечно впечатления об этом ивенте. Также напоминаю, перед тем как отправимся проходить, о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal, привязывайте в настройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Все подробные информации есть на нашем сервере в Дискорде, присняйтесь, ознакомьтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, не теряя времени, уже перемещаться на сам сайт события, в котором мы уже вместе с вами продолжаем проходить. Ну и, конечно, я в своем случае, как вы уже обратили внимание, сделал 65 ходов, нахожусь на, получается, 5-м чекпоинте. И сегодня вполне более вероятно мы этот чекпоинт без всяких проблем проходим. И нам дают 10 контейнеров за один шаг. Нифига себе, то есть за 10 энергии. За сколько там, 29900 кристаллов мы получаем просто плюс 10 контейнеров. Но это халява, 500 ремкомплектов, двигаемся. Блин, награда на самом деле отличнейшая. Если бы еще не на фоне те самые лаги, которые не позволяют нужном количестве контракта набивать, с теми проблемами, которые имеются, это, конечно, очень хорошее событие, относительно недорогое, сравнительно с теми предыдущими, если мы сравним с мини-играми. Потому что там тратились в большом количестве как танкоинов, там плюс 100 тысяч танкоинов, также кристаллов, просто миллионы, десяток миллионов. Тогда около 15 или 16 тратил, когда проходил предыдущие игры. Тут же гораздо все дешевле. Если, конечно, мы доберемся до конца, то я поделюсь по итогу этого видеоролика, сколько же потратил, дабы пройти до самого конца. Так, ну что, у нас периодически откидывает, как вы обратили внимание, некоторые даже флажочки мы перепрыгиваем, что в принципе неплохо, и возможно это компенсироваться будет шагами там, где нас закинет на плюс 2. Так, чего-то не получается мне сделать шаг. Во, плюс один маленечко пролаг произошел. Так, плюс один. И у нас впереди еще сколько получается? 5 флагов. Но возможно некоторые из них мы перелетим. Сейчас и проверим. Так, как минимум нет, ну это хорошо. Так, плюс 5 эпических контейнеров опять не откидывают. Отличненько. Так, плюс 3 энергии откидывает на этот раз на минус 1. Так, ну надеюсь, что плюс 2 даст. Не знаю, не обращал внимания, но, по-моему, плюс 2 еще сегодняшний видеоролик не было. Плюс 1 это нам дали, плюс еще награду. Также 10 контейнеров на минус 1 откидывает. Ну и да ладно, тогда мы хотя бы получаем больше и больше наград. Даже в какой-то степени, поскольку времени еще хватает. Я записываю видеоролик, когда еще до конца остается чуть больше недельки. И как раз-таки награды получать, это, конечно, в таком количестве очень-очень даже приятненько. Так, 500... припасов не дали, 5 эпических контейнеров. Возвращаемся на шажочек обратно. Возможно, еще зафармим благодаря этому как раз 5 эпических контейнеров. В принципе, очень даже классно. Так, 85-й. О, плюс 2. Остается 170, друзья, 3 энергии. 85-й шаг мы с вами получаем по наградам. Давайте быстренько как раз таки пробежимся и посмотрим. 25 эпических контейнеров, 60 обычных. И припасики, ядер энергии 8 штук, жига. Новая, кстати, взглянем, как она выглядит как раз таки после того, как потратим все оставшиеся ресурсы. Ну и 173 энергии, честно говоря, боюсь, что нам не хватит. Все равно, да, тут очень много прям флажочков. Скорее всего, потребуется еще прохождение контрактов. Сейчас как раз и выясним, сколько нам примерно нужно. 15 контейнеров за один шаг. Халява, ну просто невероятно, как много. 700 ремкомплектов. Двигаемся дальше, 7 эпических контейнеров. Так, ну дальше интереснее, почему? Потому что там дальше нас может откидывать обратно. Плюс 5 энергии, ядерно 15 контейнеров, но на минус 1 откидывает обратно, плюс еще 15 что ли дали, или это просто показывает предыдущие награды. Ну ладно, давайте двигаться дальше. Плюс еще 2 и 15 контейнеров, 700 дашек, то есть как минимум нам компенсируют, да, утери в плане того, что мы иногда попадаем на флаг и откидывает нас обратно тем, что нас кидает уже на плюс 2 вперед. Остается 130 энергии, но в целом, если прям крупно повезет, то как раз нам хватает для того, чтобы завершить ивент. Плюс 1 это 7 эпических ключиков мы с вами получаем, откидывает обратно.
Вот, кстати, интересно, дают ли нам за этот шаг также ключи? Почему? Потому что меня же, получается, кинуло вперед, да? На 93-й, 91-го, плюс 2, когда было. А тут я награду не получал. Вот, кстати, кто что-то об этом знает, напишите в комментариях, поправьте меня, потому что интересно выходит. Так, плюс 7 эпических контейнеров. Еще сколько нам эпических дадут за этот круг? Мне кажется, достаточно много. 15 эпических на минус 1 откидывает обратно. 94, то есть нам нужно 9 шагов. У меня остается на 8 шагов энергии. Плюс 2. И не откинул обратно. Замечательно. Так, подождите-ка. Не, ну, хотя, может быть, еще, конечно, не хватит. Ну, ладно, давайте не торопиться раньше времени. Скорее всего, вряд ли, потому что минус один уже, как минимум, дает. 96-й шаг. Остается ровно 60 энергии. Ну, плюс 2, если дважды еще не откинет, то будет прям невероятно круто. Плюс 7 эпических контейнеров. Отличненько, двигаемся. Плюс 2. И не откинуло. Так, 4 шага. И ровно на 4 шага у меня энергия есть. Но если сейчас откинет и не даст потом плюс 2, это, конечно, не позволит нам завершить данное мероприятие активность. Минус 1, к сожалению, уже. Так, 33 энергии, но плюс 2. Нам нужно точно плюс 2 минимум. Так, плюс 1. 2 шага, 23 энергии. 100 ходов, друзья, сделал. То есть я потратил, выходит, что уже 1000 ровно энергии. Так, ну плюс 2 и плюс 1. И будет отлично, если еще не откинет обратно. Это получается лишь такой расклад нас устраивает. Так, ходим. Плюс 1. Не откинуло. И плюс 2. Надо плюс 2, друзья. Надо плюс 2 под завершение этого видеоролика. Плюс 1. Остается 3 энергии. Но у нас не откидывает обратно. Буквально одного не хватило шага. Блин, ну я даже не знаю. Нам энергию ниоткуда не взять, да? То есть я в своем случае контракт, к сожалению... Сейчас гляну последние. Да, у меня нету контракта. Выходит, что буквально одного мне не хватило контракта для прохождения события. Давайте в таком случае я сделаю небольшую паузу. Все же пройду это контракт, и мы с вами вернемся. Вы сможете обязательно данный видеоролик поддержите активностью, потому что не хочу растягивать на два выпуска. В этом ролике как раз таки с вами и завершим. Так, ну что, возвращаемся наконец-таки обратно. Для вас буквально секунда прошла, для меня чуть больше, потому что я выполнил целый контракт. 3000 очков, как я ранее говорил. Мы сегодня с вами проходим до конца данное событие и забираем те самые всевозможные награды с этого мероприятия. Поэтому не затягиваем, совершаем последний шаг. 10 энергий плюс 1, друзья. 42 эпических контейнеров лишь с одного уровня. 90 обычных контейнеров лишь с одного уровня. Это последний уровень, в котором мы забираем также, помимо припасов, ядер энергии, которых достаточно тоже немало в этом ивенте дают, еще и GT Васпик с этого мероприятия. Итоговая, друзья, таблица. Просто посмотрите, насколько много всяких призов. Во-первых, на контейнеры 114 эпических контейнеров, 240 обычных, и это не все, потому что мы видим тут 15, тут 15 недельных, тут еще 15, то есть около 400 контейнеров с этого мероприятия. Напоминаю, что я потратил, а мы сейчас узнаем, сколько кристаллов потратил, потому что нам давали, получается, 103 шага мне понадобилось для того, чтобы пройти полностью ивент. 210 я получил с миссии на халяву, не за кристалл, не за танкоин. То есть 800 где-то энергии я потратил, из которых 100 я получил за 390 танкоинов. То есть один я контракт все же покупал золотой, который был самый выгодный. И помимо этого, за кристалл 70 контрактов было мной взято. 70 контрактов умножайте на 30 тысяч кристаллов, то есть 2 миллиона 100 тысяч кристалликов мною было потрачено, да? Не путай же, если что, поправите в комментариях, как раз таки на данный ивент плюс 390 танкоинов. Ну и халявные, как я ранее говорил, тоже миссии выполнял. Мне кажется, это максимально круто и выгодно. Почему? Потому что я, как вы помните, может быть, предыдущие, когда проходил мини-игры, тратил 16 миллионов кристаллов, 18, 12 и не доходил даже до самого конца. То есть забирал там на 6-м и 5-м чекпоинте награды. А за танкоины я вообще молчу, потому что за танкоины можно пройти примерно за 8 тысяч. И если сравнить также с предыдущими мероприятиями, я там в своем случае, конечно, танкоин не тратил, когда проходилось и тратил, то не в таком большом количестве, как многие тратили, а тратили ребята по 100 тысяч плюс танкоинов, а сейчас можно за 8 пройти. Поэтому, если бы не проблемы, которые были на фоне с лагами, да, проблемами с загрузками, вылетами, мне кажется, этот ивент стоит своего внимания, конечно, достоин как минимум лайка, потому что разработчики что-то подобное давно не делали в плане экспериментов, реально очень доступное, по крайней мере, тех игроков, которые обладают большим количеством кристаллов, которые играют активно, то есть можно без доната полностью пройти. Понятное дело, что этот ивент не самый подходящий для новичков нашей игры, но мини-игра никогда не была для новичков нашей игры. Это все же ивент, в котором тратилось большое количество кристаллов и танкоинов, но в этот раз это было максимально выгодно. Поэтому жду ваших комментариев. Мы сейчас можем зайти на мой аккаунт, проверить, добавились ли контейнер, добавились ли скины огнемет GT мною был получен. Отличненько. Устанавливаем. Также васпик мной был получен. Отличненько.
Устанавливаем. Так, установится или не установится, не понимаю, почему у вас подвинс. Так, это у нас установилось, и жигу мы поменяли, но не установили. Также устанавливаем. А по контейнерам, наверное, тоже интересно, сколько контейнеров. 565 обычных, 146 недельных, эпических 271 и легендарных 9, которых я ищу танкоины себе постепенно возвращать могу обратно, получая не скины, а танкоины. То есть без донатов вполне возможно данный ивент пройти. То есть 70 контрактов у нас, как я напоминаю, ивент начался. Для этого я в самом случае захожу на сайт мероприятия, то есть было анонс 11, началось это все 12 месяца, было предыдущим у нас 31 день, то есть 19 плюс 7, это в момент, когда я записываю видеоролик 7 именно числа, как раз таки это 26 дней, и нам еще плюс неделю добавили, то есть больше месяц, то есть вам ежедневно достаточно проходить, получается, где-то около 2 контрактов, 2 контракта это 6000 очков. 6000 очков, в моем понимании, при хорошей игре должно это где-то 1,5, максимум 2 часа. Это при условии, что вы как раз таки один контракт купите, как и я, за 390 танкоинов, которые супер выгодны. Если же купите еще один контракт за 1000 танкоинов, который у нас имеется в конце списка в магазинчике, то вам и того меньше будет ежедневно проходить нужные контрактиков. Поэтому делайте выводы сами, делитесь комментариями, тоже интересно от вас узнать ваши впечатления и мнения насчет этого всего. Конечно же, если ждете открытия контейнеров, а контейнеров, как вы видите, немало, обязательно давайте набираем хороших контейнеров видеоролики, я в своем случае обязательно тоже запишу, и мы с вами что-нибудь интересненькое да выбьем. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Ну и заодно, если оказались первым на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Ну и если будет интересно, чтобы мы сыграли на вас по Жиге GT в последующих видеороликах, тоже об этом пишите, оставляйте комментарии к этому видеоролику. Ну а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч!